Всем привет! Наконец-то у нас прошел дождик. Дождик прошел вчера. Практически 3 месяца не было у нас дождя. Вот картошечка моя. Все такое несчастное. Практически черный пар. Это у меня 3 рядочка здесь помидоров посажено. Вот всходят помидоры. Садила я их 8 апреля. Сейчас уже конец мая. Вот так вот все лежало в земле. Не хотела сходить. Так, это кабачки, 2 рядочка, но кабачки уже взошли. Опять у нас 3 рядочка помидоров, вот, вот, так вот сходят, вот второй и здесь третий рядочек помидор. Надо будет скорости прополоть, убрать эту корочку, потому что начнет трескаться, будут трещины, земля вырывать помидорки. Так, дальше у нас идут огурцы, но огурцы тоже там сям. Сейчас у огурчики сходят, лизит. Вот такие вот дела. Трава, конечно, прет. Толком больше не тянет. Вот огурец, вот огурец. Вот такой желтенький несчастный. Так, дальше. Это у нас уже баштан тут пошел. Толком еще ничего нет. Вот дымки. Дымки сходят. Плохо, конечно, очень плохо. Ну, за 2 дня, конечно, толку не увидишь сильно разницы. Даже вот кукуруза. Дальше у меня тыква. И тут вот это не так. Еще ничего не взошло. Slime Rumble. Yeah.
Let's go! And rumble. And rumble.